кроме шотбулар, маленьких круглых котлеток. Здесь с удовольствием сервируют шмёры, брюд. Шмёр – это бутер, масло, а брюд – это хлеб, то есть бутерброд. На хлеб делают какую-то намазку и ложат горы креветок, мяса, салата, всего остального. Красивые вещи делают на тарелке. Красное кирпичное здание. Это огромный крытый рынок Салухол. Наверное, с самыми разными вкусностями. И мы решили не ходить в Ваза-музеем, а посмотреть еще один рынок. Что продают в столице Швеции. Рынок открыт каждый день с 9:30 до 19 часов. Прямо с красной дорожкой при входе. Здесь продаются всякие изделия с мясом лося. Ягоды, орешки, соки, салаты. Рыбные паштеты. Морепродукты, креветки. Тунец, а вот это лакс. Устрицы самые разные, самого разного происхождения. Здесь на этом рынке кушает даже иногда Карл Густав, король Швеции. Из-за оленя, а это из лося. Куры, которые кукурузой кормят. Копченая рыбка. Сам рынок совершенно небольшой. Здесь, по-моему, больше едят, чем вот это смёры брод.
На кусочек хлеба ложат самые разные вещи. Салаты, лакс, креветки, овощи. И соусы всякие к сырам. Мало, пусть сам.